В Казахстане могут ввести ответственность за несоответствие расходов чиновников и их доходам. Об этом сегодня шла речь на встрече президента и главы антикоррупционного ведомства в Аккорде. Алик Шпекбаев отчитался об основных показателях работы агентства за прошлый год. Он рассказал о прогрессе страны в индексе восприятия коррупции. Казахстан впервые набрал 38 баллов и переместился выше на 94 место. По словам главного борца с коррупцией, этого удалось достичь благодаря политическим модернизации антикоррупционным реформам. В прошлом году в стране на 5% снизилось число коррупционных преступлений. А возместить ущерб и не допустить нерациональные расходы удалось на сумму, превышающую 95,5 миллиардов тенге. Вместе с тем, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости качественной реализации антикоррупционных новелл и продолжения модернизации отраслевого законодательства по стандартам ОЭСР и ГРЭКа.